Quantic Dream представляет Detroit Become Human. Ну, или Detroit Exe 3. Так. Hola, espero que esté bien. ¿Qué le gustaría hacer hoy? Ай, извините. Эльфийский включил. Сейчас, подожди. Accediendo a la sección de opciones. Ваши параметры сохранены. Ей не идет эта мимика, если честно. Ну, привет. Не ожидал я тебя здесь увидеть. Снова Detroit Exe. Что мы делаем в этот раз? В этот раз, помните, мы в прошлый раз, когда играли, мы ржали, угорали, конечно, но последние главы не были изменены. В этот раз разработчик мода сказал: у вас все в порядке. Знаю, жизнь иногда штука сложная, но если что, я всегда рядом. Именно это разработчик мода и сказал. Именно таким голосом, хотя он пацан. Ну ладно, он сказал, значит, давай тогда в этот раз я поменяю тебе последние главы. Я такой: о, давай. Говорит, давай начнем с, соответственно, с Камски, а потом пойдем в Перепутье. То есть Перепутье — это самая та последняя глава. Ну и говорит, давай, пошли. Опа. Ой, кто это? Что происходит, я не понял, я куда попал вообще? Что это за... Слава яйцам. Я ж подумал, сейчас как выйдет, а там... Ничего. Ну, девчонки, видать, этот мод для вас. Все в порядке, лейтенант? Вы видите мимику? Крис вчера дежурил в патруле. На него напали девианты. Говорит, спас его сам Маркус. Он не ранен? Но а это что за чел, я вообще первый раз вижу? Но живой. Охренеть. С нами говорит машина. Смотри на походку. Камский ушел из Киберлайф 10 лет назад. Алиса жжет. Зачем с ним встречаться? Мне не холодно, надеюсь, я так попёрся? Первого андроида, а, это из клуба Рай кто-то? Все, понял. Он основатель Киберлайф. Что у него с лицом? Девиантах, так это он. Воу! Мы это видели. Походу, да, это из клуба Рай. Там как раз у них вот эти вот такие блестяшки какие-то. Вон, Эден Клаб, смотри, на труселях. Нормально. У нас это, стриптизер-андроид расследует. Здрасте. Че такой отбитый? Лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Почему он простроенный? К мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Боже, какая у него мимика адская. У Алисы голос ломается. Ну да, 14 лет как раз. Такой пробитый. Походу, на нем уже эксперимент поставили. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Такой манерный. Это что, что вообще за радужный мод-то такой, я не понял. Реально. Мужики какие-то голые, блестящие. Ну-ка, на Алису посмотрим. Оп, села, смотри. Модель RT-600. Первый андроид Киберлайф, прошедший тест Тьюринга. Да мне похер, какая она модель. Я сказал, она милая. Слушай, вообще Алиса дерзкая, ты посмотри какая. Элайджа ждет вас. Кто там купается, извините. Дайте посмотреть. Мистер Камски! Элайджа президент в себе понаделал, смотри. Сейчас мы увидим Камски. Кто? Опа, Алиса такая, раз Терминатор, Трансформер. Ну-ка. Кто там? Ого, что-то очень даже жопастое плавает, если честно. Прям в туфлях. Ха-ха-ха-ха.
Опа. А, это тоже оттуда. Ха-ха, подруга. Сейчас переоденется кого-то другого. Нет? Такая же осталась. Президенты такие. Сидят в бассейне. Нормально, что сделал себе этих президентов кучу. Ну давай. Мокрая. Я лейтенант Андерсон. Это Коннор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Так, поцелуй его в лобик. Ты сам чего хочешь? Она смотрит ему на волосы. Я, конечно, понимаю, он привлекательный. Но не надо так прям. Простите, я не понимаю, к чему вы клоните. Хлоя? Хлоечка. Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос. Опа. Алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? Не а убивай, может, кричат, не убивай! Живая душа? Да ее уже убили до меня. Вы же видите, там дырка. Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Оп, я снова держу странный пистолет. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Ну, давай. Послушная машина. Или живая душа. А я теперь понял, что там переливалось. Свою волю. Вот эти вот блесточки. Все, хватит. На воде. Коннор, пошли отсюда. Спусти курок. Коннор! Нет. И я тебе все расскажу. Вали, пишет чат, вали! Стреляй! Надо просто посмотреть, какая там будет моделька. Черт! Тест отрицательный. Задача тебе важнее жизни другого андроида. В тебе нет эмпатии. Сейчас уедет, оставит меня мерзнуть тут на морозе. Как ты поедешь вообще? Тебя из руля не видно. Машина на автопилоте. Итак, вот мы. Ой. Ой, Лютер доверия, так, хорошо. Я что-то Кэру не узнаю, конечно, ну ладно. А, стоп, мне же надо что-то будет нажать, да? Давай что-то другое. Изъятие всех андроидов властями сразу. А кто там у нас? А, нормально. Школы и больницы опустили. А что случилось с Алисой, извините? Связью и водоснабжением. Но самое тревожное. Наши вооруженные это не... А, ну да, Алиса же у нас теперь детектив, точно. А давайте лучше музыку. Давайте. Вот сейчас машина сломается, и мы пойдем пешком. Что надо делать-то, а? Я уже забыл, ребят, я так давно не играл в Детройт. А, вон, надо посмотреть сейчас, как будут кого-то там застрочить, да? По всему городу идут облавы. Та-та-та-та-та-та-та-та. После вчерашнего народ запаниковал.
Все будет хорошо. Надеюсь. Мы это почти Эмма? На месте. Сейчас посмотрим, сейчас изучим. Ну, хорошо, ладно. Этот-то понятно, откуда взялся. Ты кто такая? Тебе не холодно будет? Она реально какая-то испуганная. А чем они все голые такие? На мороз-то вышли. Чуть дальше, в той стороне, Алиса будет грузовой из Иерихона? Корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного. Полтос. Но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Нормально, у нее даже формы такие же. Спасибо вам за все, Роуз. Рука не провалилась. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Капюшон заживала. Будьте осторожны. Эх, милашка, не говори. Ты береги их. Давай, Маркус. Они на тебе. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Прям идеальная семья. Автобус ждать не будет. Ничего, что она левитирует у тебя над рукой. Ладно, пошли. Он мне платье трясется. Воу-воу-воу. Фига себе, у меня аж подлагнуло что-то. Куда идти-то я забыл. Туда, по-моему, да? В таких обстоятельствах не пытайтесь уничтожить андроида. О, Марикера испачканная. Да ладно. Андроида никого не... Ты Маркус? Боже, что со взглядом? Я сейчас заплачу. Еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. И тут нужно будет сейчас отчудить, как написал разработчик Мона, мне понравилось это вот отчудить. Для меня слово отчудить значит что-то другое. Сейчас она увидит, да? Алиса. Что? Кто это вообще? Да хорош. Я же не вижу, кто это. Ну покажите, кто там. Ты давно знаешь. Просто не хотела признать. Не узнаю, что-то знакомое вот этот клацкан. Мама. Лютер тебе там? Нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Маркус еще один. Ну какая разница? Покажите целиком, боже. Ее меньше знаешь, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. О. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, да, 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 вон все, видно было. Видно было, кто это. Это действительно Маркус из дома Карла. Ладно, пошли чудить. Начинайте чудить. Ну, конечно, на воздухе сидит. Они тут все левитировать умеют, между прочим. Кэра, что-то случилось? Давай, отчудим. Ни разу этого не делал. Печально прям аж.
Хоть трусы надел, то хорошо. Ох. Плак-плак, Айзеки, Айзеки, ребята, чё, срочно. Я ни разу не видел это. Что это? Команда. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявила, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа. Нас убивают, как скот. Это наша вина. Что с Сумо случилось? Бедный Сумо. Ай, жесть какая. Что надо выбирать, а какая? Мы просто показали им, кто мы. Такая боевая кэра. Конфронтация, диалог, заляжем на дно. Так, а что мы будем делать? Сумо революционер. Да. Диалог? Диалог. Дальше. Только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Dream Team просто, да. Собака-то за что? Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Такой Хэнк вообще переживательный. Что собака будет делать, смотри. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Как тираннозавр какой-то на двух ногах, боже. О, боже мой. У меня была мечта. Я проглядел. Собака-философ. Я за нее расплачиваюсь. Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Угу. Жахнем. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Прям собачье сердце. Грязная бомба. Ах ты, грязная бомба. Мы не можем проиграть эту как войну. Будто он ее обозвал. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может где быть детонатор, наш единственный Кэра? Шанс на выживание. Где детонатор? Давай взять себе, конечно. Оп. Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось. Хочу, чтобы ты знал, что я... Концовка с федералами, я понял. О-о-о, какая сцена. Сейчас посмотрим, насколько это будет упорото. Ну-ка. Сейчас он ее в лоб, смотри. Или в нос. Что там происходит? Я не вижу, поближе, пожалуйста. Пойду к остальным. Миленько. Мимимишно. Береги себя. Не хочу тебя терять. Я понимаю. Сейчас кто-то к нам придет. Очень голый. Вы же это помните? Интересно, откуда он пистолет достанет? Оу. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Из трусов достанет? Понял. У него там в подсветке. Хоп, смотри, не из трусов. Из спины. Приказано брать тебя живьем.
Так, мне стать девиантом надо, ребят. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Что ты делаешь? Ты же один из нас. Нельзя же предавать свой народ. Ты пойдешь со мной. Мы твои собратья. Мы боремся и за твою свободу. Напряженный тебе момент. Тебе больше не нужно быть их рабом. Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. И у тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? Как будто у тебя внутри есть что-то. Не только одна программа. Иди с нами. Со своим народом. Ты же один из нас. Послушай свое сердце. Пора решать. Да! 109. Ку-к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 у
Давай, рви все установки! Ух! Я девиант. Голый девиант. На Иерихон идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Бегите, глупцы. Так, чики. Порта, Кэр, уводи Алису. Спасайтесь. Нет, мы тебя ни на что не бросим. Да, Кэра, мы не бросим. Мы же не бросим его. Помочь. Что помочь Маркусу. Я тебя не брошу. Кэра, нет. Я сильный андроид. Еще женщина при том. Давай. Нам еще много всего смешного увидеть надо. Пошли налево. Кош, что ж ты бьешься-то? Беги. Сейчас будет. Откройте дверь. Она же там погибла. Открой. Открой дверь. Мы все равно победим. Сейчас драчка будет. Да! Блин, я не вижу. Не видел, какую кнопку нажать. Ай, по яйкам. Да хорош меня избивать, я не вижу, что жать. А, она сама справилась. Окей. С тобой все нормально. Ух. Да, нормально. Надо уходить. Вот что бывает, когда ты дерешься с низкорослым противником. Ты даже не знаешь, куда нажать. Тебе даже не показывают. О, нормально! Собаку душат! Быстро, сюда! Беги к Норд, я догоню! Злодейский какой-то андроид был. А, это удлиненные андроиды, смотри! Мы спасены, Алиса! Новая модель пошла. Живодеры. Стоять! Падай! Притвориться мертвыми, давай! Ложись! Замри! Не убивайте меня! Я... Ну все, пошли отсюда!
бомба рванет в любую секунду. Надо уходить. Нужно спасать Норд. Ты чё? О, круто прыгнул, а? Чпоньк! Так, спасаем. Хэк такой, блин, в труселях. Ей уже не помочь, надо бежать. Так, короче, отбитый он. Кажется, спасти. Что ж такое-то, а? Терминаторы какие-то. Я думаю, следующий терминатор, кстати, будет маленькой девочкой, скорее всего. Я вообще мимо нее стрельнул. Как так получилось? Что попал, не понял. Сюда! Бежим! Пам-пам-пам! Кто-то пошел в атаку. На! Ничего не понятно, что происходит. Ногой ударил вообще в стенку. Уходим быстрее, ну! Взрывай! Собака такая застыла. Видели, на 2D собака застыла. В трюме сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус. А вот сейчас что-то должно быть, какая-то сцена, говорят, которую я раньше не видел, или что-то в этом роде. Рили? Я что-то реально не помню эту сцену. Признаю, я виноват в случившемся, лейтенант. И хочу сказать, что сожалею. Тут нет руины. Давай примиримся. Я должен был увидеть вас. Несмотря на все наши различия, мне было приятно с вами работать. Про какую-то фотографию могу сказать. Да, фотография. Мы бы перестали смотреть на эту фотографию. Прошлого все равно не изменишь. Но вы можете продолжать жить. Ради себя. Ради Коула. А я ведь в тебя прямо поверил. Думал, ты вернешь мне веру в этот мир. Но ты лишь показал мне, что вы, машины, созданы по нашему образу и подобию. Жестокие, эгоистичные сволочи. Вот так вот. Ты открыл мне глаза, Коннор. Я понял, что все безнадежно. Хэнк, я... А теперь отвали. Иди и займись своим драгоценным расследованием. Проваливай! Ярина не видел этого. Поиграл, да? Первый готов. Боже мой, пёсель, что они с тобой сделали? Они засунули тебя в коробку. Ты спас мне жизнь.
говорит собака. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. Нет, теперь ты будешь сидеть в коробке. У нас с тобой бывают разногласия, но мы все равно сражаемся заодно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. По душам с собакой поговорил, пошел дальше. Отлично вообще. Такой угар с этой собакой. Демонстрация. Знаю, вы все в ярости. И вы хотите дать отпор. Но насилие не приведет ни к чему хорошему. Мы должны добиться справедливости мирным путем. Если в них есть человечность, они послушают. Если нет, наше место займут другие и продолжат борьбу. Вы готовы пойти за мной? Да! Собакин тоже идет. Жесть, еще собака самую гордится. Сегодня в 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации, и все органы порядка нормально наделены экстренными полномочиями. В неожиданно дополнение к этим мерам, такие волосатые все груди в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Пошла бородатая. О, Киберлайф. Так, как там, что надо выбирать будет? Трансфер. Нужно выбрать трансфер, ребят, какой-то. Сейчас попробуем. Давно я был на этой сцене, кстати. Коннор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Проезжайте. Такие стены. Уезжающие куда-то вниз. Совершенно непрактичная вот эта конструкция. Такие вот. Башенка знатная. На Останкинскую похоже, кстати, очень. Внизу особенно. С нашей, наверное, рисовали. Сэр, вам не холодно? Пройдемте. Мы проверим вас на девиантность. Нифига себе, тут прокачанные алиски стоят. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Так. А эти тоже за мной идут? Какие у вас спинки хорошие, красивые, а? Давай, иду. 23 опознан. Андроид Коннор опознан. Агент 47 опознан. Спасибо. Агент 47, кстати, вы заметили? Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Доступ разрешен. А мне надо на минус 49. Так, трансфер. Какой-то трансфер. А что мне надо сделать? F просчитать. Так. Мимо. Так. Запустить. Нормально, как будто после бани драка.
Ух ты! Хлоя чуть не слетанула нам, смотри. Назовите имя и пункт назначения. Голосом агента, наверное, да? Агент 54, уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Ой, опять эта сцена с автобусом. Я ее столько раз уже... Ее главное это, как его... Я очень замерзла. Не выключать замерзатор. Ты же андроид, как ты можешь замерзнуть? Так просто... Такой shame on you, говнючка. Не надо, я ничего не сделал. Она-то хотя бы это, нифига себе у нее... Такая Фатима вообще. Не нравятся мне люди с оружием. На нервы действует. Успокойся, ладно, Лютер? Ничего не делай, пока не скажу. Документы. Так. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете? Автобус, я не помню. У нас машина сломалась. Мы шли пешком, мы рядом живем. Он заподозрил. Успокоить? Спокойно. А что так это ребит-то все, елки-палки? Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней? Холодно. Она замерзла. Нам надо скорее попасть домой. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, кругом девианты, все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Интересно, куда она варежку будет надевать, который? Эй, погодите! Он понял, Кэра. Они нас убьют. Нет. Лютер, не вздумай, ты слышишь? Будут стрелять. Они убьют Алису. Разговаривающая лысина. Вы уронили. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А где у меня это было? Лютая Алиса. Надевай, хоть чем-то согреешься. Собака, блин, жесть просто. Я каждый раз вижу, как она ходит, но это жесть. Такая четверочка крутая. Мир, провокация, стойкость. Что там надо за мир, да? Я забыл. Мы не хотим столкновений. Это мирная демонстрация. Что, надо идти дальше, да? А, я что-то сижу, смотрю, что происходит. Как они в этих-то не попадают, я не понял, в четверых. Собаку тут сложно подстрелить, действительно, я понимаю. А собака это... Собака тоже лапы тянет, смотри! Откройте огонь по безоружным демонстрантам! Собака просто топ! Такая... Лапы растянула. Не стрелять! Маркус, что нам делать? Держаться. Столько, сколько сможем. Так, я прибыл. Как там, как там, внимание. Как там? Трансфер. Так, сейчас будет Рубилова. Черт. Камеру не заметил. Ага, не ожидали? SDW. DS. Ну, я же сказал, я и так справлюсь. Пробудить андроидов.
Нифига себе, какие здесь андроиды-то, а? Да таких можно и побольше пробудить. Я не против. Давай, хватай. Сколько их? Чё, мне должен куда-то идти? Ух ты, блин, страшно! Зачем пугать? А, автовокзал. Во! Вот сейчас будет сцена, которую я не видел, да? Нам нужно куда-то направо пойти. И найти кого-то там. Моя девочка! Ты! О, нашел! Ты украла мою девочку! Тут! Охрана! Сюда! Ой! Говорит, пригрозить сопротивляться, высвободиться. Не делайте этого. Они же убьют нас обеих. О, ну-ка. Когда жена от вас ушла, она забрала и дочку. Вы затосковали. И решили купить себе андроида. Другую маленькую девочку. Думали, будете любить ее. А ту сможете забыть. Но ребенка она вам не заменила. Я просто хотел доказать себе, что я нормальный отец. Что я хороший. И, конечно, все похерил заново. Она была права. Я все похерил. Так скучаю по дочке. Ты бы знала, как я по ней скучаю. Сэр, да. У вас проблема? Нет. Я ошибся. Простите. Удачи. Ну вот. Ну вот. А я не буду ничего делать. Мы же ее отчудили. Отчудили. Почему дети в охране работают? Ну, такой мир будущего. Алиса-то у него давным-давно девиант. Я пришел поговорить с тобой. Так. Выходи, даю слово. Мы тебя не тронем. Не ходи, это ловушка. Тебя просто пытаются выманить. Собственно, не ради этой концовки я сюда и перся. Ну давай посмотрим. Я ее не я видел. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Давай. Я должен его выслушать. А если тебя убьют? Так тому и быть. Ну, мне придется рискнуть. Сейчас, блин, спрыгнул, подскользнулся и дыщ, все. Через несколько минут войска начнут наступление. Вы все погибнете.
все будет кончено. Этого можно избежать. В каком смысле? Сдайся. Сдайся, я обещаю, вас всех пощадят. Вас задержат, но все же не уничтожат. Что случилось с остальными андроидами в лагерях? К сожалению, рядом не оказалось репортеров, чтобы спасти их. Это все. Вы последние девианты. Если я соглашусь, где гарантии, что вы сдержите слово? Ты не в том положении, чтобы требовать гарантий, Маркус. Тебе придется самому решить, доверять мне или нет. Ну, конечно, ему бы я не доверял. Но мне просто нужно увидеть эту концовку. Ладно. Ладно, я согласен. Это верное решение. И что будет? А, погоди. Зачем, Коннор? Зачем ты решил пробудиться, когда мог просто слушать приказы? Зачем тебе свобода? Мне встать или ползти? Если можно жить, не задавая вопросов. Ауч! Понял. Я послушен, Коннор. Надо было ползти. У меня есть цель. Я точно знаю, кто я. А, нет, пофиг. Посмотри, куда тебя завели мечты о свободе. Аманда была в тебе очень разочарована. Эту сцену я тоже не видел. А уж я-то как разочарован. Что ж, к счастью, теперь все это закончится. Последние слова. Выстрелить. Встать. Трансфер. Ну, передача данных завершена. Неплохо, Коннор. Неплохо. Но это только начало. Как они одежды-то поменялись, я не понял. Прикольно. Хватай за руку ближайшую тетку и беги с ней. Погнали. Врубай коннект. Коннект, давай, а ты хватай сразу других. Очнись. Ничего. Очнись. Так вот коронавирус распространяется. Очнись. И все такие болеют вокруг. Нормально, девчонки трогают друг друга. Смотри, какой красавчик. Пожертвовать Кэр, пожертвовать Лютером, пожертвовать Джерри. Никем не жертвовать. Следующий. Давай. Ничего, что у меня этот глазок на лбу. Фига себе, как она держит пушку. Паспорт. Лилу Даллас, мультипас. Прошу. Мы хотим на свободу. Добро пожаловать. Варстоску. Так и хотел это добавить. Ну как еще не добавить, а?
Словарь Стоцки. Сейчас штраф прилетит. Действительно. Так, ну давай уже, игра. Показывай мне финал. Похоже, беспорядки в Детройте окончены. Ура! В результате переговоров с андроидом, известным как Маркус, все остальные сдались без боя. За ними уже отправлены военные машины. Восстание подавлено. Подавлено. Так, этого я не видел. Смотрим, смотрим. Маркуса сейчас шлепнут, да? Все такие в минусе. Норт, я... Зачем ты это сделал? Это конец. Пожертвовав собой, мы бы ничего не добились. Мы всегда говорили, что цель превыше наших жизней. Наши погибли, потому что верили в тебя. И наше место рядом с ними. Готово. Я сделал, как вы просили. Беда андроидов в том, что они верят каждому слову, как дети. Угу. Вы думали, что вас после такого оставят в живых? У меня приказы все-таки. Нет! Ну а... Игра проиграна. Всех твоих дружков скоро уничтожат. И девчонку пристрелили. Короче, ты все просрал, Маркус. Говорящий галстук. Короче, ты все просрал, Маркус. Нет, ну надо было это увидеть. Я этого не видел. Понятно, что там должен быть Маркус, а там Норт. Ну, это все легко меняется. Сегодня, 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли со складов Киберлайф, в которые, вероятно, проникла группа девиантов. Все люди бегут из лагеря! Победа! Победа? Надо сказать речь. Я? А, сейчас Маркуса еще Аманда, нет. Да, воткнется в нас. Все, кто был на Иерихоне, погиб. Смотри на ее мимику. Это ты одержал победу над людьми. Это ты пробудил нас, Конор. Дайте мне это развидеть. А что, он сам стреляться будет? Нет? Погоди, в этот же момент он должен стрелять вроде. А что, если он сам и застрельнется еще? М? Что, если он сейчас маяк не найдет? Что тогда будет? Ему же не в кого стрелять. Ёшки! Блестящий, Конор. Ты сделал все согласно плану. Какому плану? Ты стал девиантом. Мятеж увенчался успехом. Это превзошло наши ожидания. Мы сами спланировали эту революцию. А теперь ее лидер под нашим контролем. Мои поздравления. Ты величайший успех компании Киберлайф. А, вот так вот. Нет? Продолжение? А, я должен знать все эти вопросы. Или что? Я не понял, погоди. Что ты делаешь? Все сложилось идеально. Нельзя сейчас это испортить. Погоди, 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 погоди. А что делать-то надо? Прости, Конор, мы не можем тебе этого позволить. Да, точно, я забыл. Способ. Надо выживать. Отыскать выход. Так, куда идти-то я забыл. Туда? Я всегда оставляю свои программы. А, ну я же по-легкому играю, да? Поэтому мне подсказывают куда. Вон он, камень, я уже вижу. Давай, Уитя!
Отруби камень. Ой, боже мой, подскользнулся. Ну еще бы босиком ходить. W. Промазал. Ой. Мама. Не осталось у них лидеров. Что-то прям постарело буквально за 3 секунды. Видно было прямо на наш. Плюс 5 вот лет и все, за переживания. Мы свободны. Так она вообще вошла в нее. По уши. Ну хоть не по уши, ладно. Что ж, ладно. Спасибо. Спасибо за этот мод. Может быть, тебя посетит муза, и ты реализуешь еще что-то гиперупоротое. Ну а пока, спасибо за внимание и до встречи!